Сельскохозяйственный год 2018 у Гомельской области практически завершился. Собранный урожай перевезены у сховища, городина и садовина реализуются насельництвом. На полях ведется подрыхтовка земли до весновых посевов. Механизаторы зябят и уносят удобрение у глебу. Опрацевана уже свыше половы площадей. Засушливое надворье, что трималось на территории в области у мая-червень, оказало негативный уплыв на вегетацию бульбы. Валовый сбор этой культуры в регионе оказался незначно, але все ж таки нижейше, чем летось. А вот сады порадовали урожайностью. Яблок собрано на шмат больше за минулогодний показчик. Добро спрацевали аграры по нарыхтовце кормов. Свыше 3 миллионов тонн силоса хопить на целый год. Корма заготовлены качественные. Выполнили мы задачу, поставленную президентом в текущем году о строительстве сенажных траншей. У нас их на области более 600 введено, реконструировано, построено новых, поэтому корма заложены качественные. Надеюсь, что это даст, конечно, в следующем году, ну и в этом прибавку по продукции животноводства.